Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай-ка я, наверное, заберу все задания, которые здесь выполнены. Так, моды я собрал. Сделку, пойдем-ка сделаем. Станция связи. Слушай, а давай я поменяю. 62 доллара, нормально. Так, а здесь хавчик, ладно, поменяем. ДНК поменять на баксы. Нет, это мне не нравится. Это я, пожалуй, воздержусь. 241 тысяча. А вот это можно поменять. А, недействительно, почему? Странно. Так, хавчик. Нифига себе, бистро на Мейн-стрит. Такого у меня нету, ребят, ну еды столько нужно. А так карта легендарная, да? Хм, точнее, постройка. Монеты на баксы воздержусь. И оазис на монеты. Нет, я оставлю, наверное, этот оазис себе. Ну что, выполнили мы сделку. Использовать ускорение. Так, это мы, наверное, сделаем, но чуточку попозже. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Сделалось, не сделалось. Так, новый гибрид. Да, друзья мои. Это у нас кто? Аргентинозавр, по-моему, да? А, лабиринтозавр. Ух, красавчик, нифига, он здоровенный какой-то, посмотри. Так, открыта награда. Теперь мы можем его с тобой спокойненько получать. Сразу, подожди. Сразу хотел сказать, прокачаем. У нас есть кого прокачивать. Это где у нас спинозавр, скажи-ка мне на милость. Так, мы как всегда его фиг здесь найдем. Поэтому будем заодно и значок заберем. Так, нам нужно с тобой кого? Дедикуруса, что ли? Получить. Понятно. Так, значит, спинозавр. Где ты у нас тут находишься? Вот он. А, подожди, спинозавр у нас прокачан по полной. Так, нет, я ошибаюсь, ребята. Если спинозавр, то нам нужен с тобой, скорее всего. Да, ютораптор. Вот кто нам нужен. Так, начать эволюцию. Сколько там? Бесплатно. Конечно, закончим. Забираем. Помещаем. Че это он взбесился-то? Ой, ну успокой ты им. Так, получается двадцатка и двадцатка, да? Прокачиваем. Так, 15 долларов. Блин. Эволюция не завершена. Продолжим. Да, ну вы серьезно, что ли, а? По микронам они там мне продвигают. Сделали. Ну-ка. 30 уровня, да, получается? Такс, вот здесь теперь нам нужно еще сделать эволюцию. Давай-давай, бесплатно, скорей. Забираем. Естественно, здесь прокачиваем. Опять тратим 15 долларов. Ну, слава богу, здесь с первой попытки. Такс. Прокачиваем уровень. Старт. Тридцатку тратим, ребят, тридцатку с вами. Ай-яй-яй. Это еще, значит, тридцатку нужно потратить. И это уже издевательство начинается какое-то. Ты посмотри, а. Неужели? Так, друзья мои, мы получили ютораптора. И теперь... Так, значок еще. И теперь слияние. Да-да-да-да, именно этот... Сколько там? 4 часа он будет выводиться. Шикарно. Так, Оуэн, сбегай, пожалуйста, туда. Забираем награды. Немножко, но все равно наши, да? Так, и здесь тоже забираем. Так, здесь у нас никого нету, да? Никто не выводится, к сожалению. Значок. Заберем. Так, и у нас новая голограмма, друзья мои, открывается. Это велоцираптор. Подожди, какой велоцираптор? Это... Так, подожди. Вот. Анкилозавр. Обновить.
Во. Замечательно. Ну что, теперь давай смотреть, какие у нас события. Испытайте свои силы, сдвиг ледников и все. Ну что, сдвиг ледников, ребят. Мои любимые испытания. Динотерии, мегистокурус и шерстистый носорог. Так, значит, здесь нам понадобится эриматерий. Также нам понадобится здесь келлинкин. И против носорога шерстистого возьмем, наверное, блин, амфициона. Нет, давай я тоже возьму тогда шерстистого носорога. Поехали. Попробуем запинать. Ну-ка, дай-ка ему оплеуху. На. Ну, он сейчас будет меняться, скорее всего, на носорога. А, мегистокурус. Ну, естественно, атакует. Против него пойдет у меня скеллинкер. Давай леща дадим ему. Хорошо. Ну что ты призадумался-то, а? Парень, что призадумался? Да ладно, быть такого не может. Получи и распишись. Динотерий. 279 к атаке у тебя, да? Два бонуса плюс... А, три бонуса. Четыре. Ну, две атаки, нам крышка. А он сывает три. Он сывает три. Одну оставил, да, себе? Значит, раз, два, три. И бонус. Так, в топку динотерия. И выходит шерстистый носорог. У него всего лишь 97 к атаке. 5 очков действий. Ему придется потратить 3 очка действия. А он тратит 4. Ну все, ребята, тогда мы прописываем ему по полной программе. И, в принципе, победа здесь будет за нами. Вот тебе весь сдвиг ледников. Давай, прописывай. На. Ну что, переходим на второй поединок тогда. Побеждаем и забираем с тобой рулетку, наверное, будем крутить. Там не пак, скорее всего. Окей. Так, а, тут не один, ребята, еще два поединка. Энтеладон, Элосматерий и Мегатерий. Ага, вот так вот, значит. Ладно, возьмем мамонта. И здесь, наверное, надо будет брать Гасторниса. Плюс Индрикотерия я возьму. Хотя, подожди. Да, я возьму, наверное, Синтетоцератоса. Все, поехали. Энтеладон. Ну, сразу ему оплеуху, наверное, врежем. Такая хорошая пощечина, да, хоботом. Что он будет сейчас творить? Меняется, ну конечно же, меняется на Мегатерия. И удар, у него такой стабильный. Меняется оплеуха, меняется оплеуха. Ну что, Гасторниз готов. Дай-ка ему неплохую такую звездюльку. Нормально, 65 хп ему оставили. Хе-хе-хе. Чего сразу запыхтел-то? Сразу запыхтел, закривлялся. Элосматерий вышел. Угу. А если я возьму вот так вот Синтетоцерас. И вот так вот сделаем. О, рискнет бадануть? Рискнет, конечно. И мы осели. Так, он там все слил, что у него было, да, получается? Этого будет достаточно. Поехали. На тебе. Мегатерий опять тут как тут. Явился, не запылился. Все, прикинь, все сливает. Да, подобьет, ребята. Подобьет. Если бы я хотя бы еще одну защиту поставил, тогда бы да. Ну что?
Атака. Раз, два, три. Раз, два. Естественно, этого вырубаем. И появляется кто? Энтеладон. У меня три защиты. Ему пробить нас не хватит. Хе-хе-хе. Ну давай, птичка, прояви свою прыть. На 440 нанесли урона. Замечательно. И последний у нас поединок в этой мгле, в белой. Поехали. Дедикурус, Уэнтотери и Архивцион. Значит, здесь берем Уртинотериума. Против этого-то надо... А где у меня такого нету? Так, возьму Эндрикотерия еще сюда и... Динотерия, что ли, брать? Даже не знаю. Брать некого, короче, больше. Поэтому берем с тобой... Ну, давай Динотерия возьмем. Я думаю, этих двоих хватит нам за глаза и за уши, чтобы пройти здесь все. Так, Дедикурус, собственно, персоной. Сразу начинаем с удара. И оставляем ему 128 здоровья. Так, две атаки. Прописал, такой довольный. Так, ну давай сделаем так и вот так. Хоба. И Дедикурус валяется. Уинтотерий. И явился, не запылился. Он одну атаку сделал. Одну оставил себе на бонусы, да? Я могу так понимать? Раз, два, три. Ну что, валим его? Давай последний. Археофицион. Шансов у него здесь вообще мало. Понятно все. Это, как говорится, последний крик души у него был перед его погибелью. На тебе. Хотя, с одной стороны, вот не понять, как вот это, ребята, извините меня, существо могло выиграть перед, ну, так скажем, хищником. Перед волком или собакой, я не знаю, да? Это, грубо говоря, взять как... Ну, если только вот... Если собака, например, будет прыгать на лошадь, да? Лошадь может легнуть, и все, и крышка собаки. Так, ну что, у нас тут набор, оказывается. ДНК, 100 бакинских и мегистотерий. Ну, он у нас есть, так что... 325 очков доверий. Да что ты мне открываешь? Оно у меня уже давно есть. Следующее событие у нас с тобой. Испытайте свои силы. Погнали. Будем испытывать свои силы. Слушай, я не могу прокачать. А давай попробуем. Нет, нет. Лучше пока не будем его трогать. Давай вот так вот майонгозавром поиграем. Берем бонус. Он тоже ничего не стал делать, да? Давай проверять. О-о-о. Тогда тебе крышка, парень. Ну что, валим его. 5 очков действий нам за глаза. Хлоп, и готово, да? Так, первый поединок вообще был изящным. Так что двигаемся дальше. Возьмем тоже какого-нибудь простенького. Ну вот, например, Тирана Титан. Кто ходит первым? Я. Поехали, та же самая песня. Ха, ничего не стал делать. Ладушки.
Но ты гляди-ка, а. Ну что, я считаю, что нужно его пробивать. Дай ему крышка. Тут мы их, как говорится, на раз-два ушатываем. Переходим с тобой на третий поединок. На третьем поединке. Да я возьму, наверное, тоже какого-нибудь, ребят, послабже здесь. Ну вот можно... Подожди, даже не так. Вот, Раджазавра. Почему, ребята? Чтобы быстрее нам с вами поединки проходить. Тут он ходит первым. Так, он что сделал? Интересно, там в бонус поставил или куда? Или в защиту? В защиту, хорошо. Ну что, рискнем? Отлично. Захотел он себе там очки действия дополнительные получить. Не тут-то было, парень. Еще и не таких кололи. Значит, пошли с тобой на предпоследний поединок у нас получается. Так, ух ты, кого тут нам дают уже. Мне бы что-нибудь попроще, ребята, что-нибудь попроще. Ну, ихтиостега. Кстати, у нас две ихтиостеги, их можно скрестить, в принципе. Ну, давай возьму Унайзавра. Должны, наверное, выиграть мы. Кто уходит первым? Опять он. Ладно. Опа. А он защиту-то не стал ставить. Ты гляди-ка, что вытворяет. А все. Все, ребята, ему кранты. Он все слил. Получи. А, не все. Но тем не менее, ему крышка. Да, ребят. Лежит, лежит, балдеет, а этот прыгает. Напоминает мне чем-то кенгуру. Полукенгуру, полустраус. Ну, последний поединок у нас. Насколько я могу понимать, да? Последний поединок, и нам вот такой вот дают выбор. Ну, давай я лабиринтозавра возьму. Посмотрим. Кто ходит? Да что ты будешь делать? Он все время ходит первым, а? Так, он взял защиту все-таки, молодец. Он ничего не стал делать. Все, ребята, я пробиваю. Упс. Как так-то, как он меня тут подколол, друзья мои. А нам крышка? Ну тут, да. Тут он, конечно, не ожидал, что возьмет он две защиты. Вот серьезно тебе говорю. Просто для меня это неожиданность. Нежданчик. Ладно. Я не хотел, чтоб так все получилось. Так, у нас еще и Карнораптор есть, ё-моё. Давай-ка вот так попробуем. Афекамим, ну видишь, здесь, ребята, нельзя пропустить более двух атак, иначе крышка. Более двух атак. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Атаковать он не стал. Ну-ка попробуем вот так вот. Давай колись уже, а. Не хочет он колоться. Че, рискнуть? Давай попробуем. Ну должны, по идее, ушатать мы его. Все. Все-все-все-все, отлично. Ну что, ребята, забираем награду нашу и делаем ежедневки. В принципе, и на этом все. Колесо призов. И выпадает нам с тобой, что? 120 ДНК. Вот это вот, вот это мало. Это реально мало. Так, через 6 часов, ребята, у нас будет лига открыта. Кто-то у нас буянит. Иди, Оуэн, разберись.
Так, а нам нужно с тобой принять ПВП. А почему каноизойской эры не было, интересно мне знать. Так, доведите 15 динозавров до уровня 40. Еще 6 нам нужно с тобой довести динозавров. Так, ладно. Пойдем на ПВП. Давай, наверное, начнем с рыбок. Бананогмониус плюс архилон и плезиозавр. Такая вот будет. Начнем вот с таких вот, с простеньких. И, кстати, кранозавра тоже надо, ребята, прокачать до 20 уровня и скрещивать уже. Стиксозавр 40 уровня. Вот это жестко. Ху-ху-ху-ху-ху. Лептоклей, ты хорошо попал под раздачу-то, парень? Очень хорошо. Или он будет менять? Смотри, сразу же испугался. Кто у нас там по этим? Ты? Архилончик, давай. Архилончик, это хорошо. Бонус. 2390 хп у этого стиксозавра, прикинь. Это тебе не шуточки. Так, 4. Колись, 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 давай. Нет, не то ты делаешь. Так, ребят, я, наверное, все-таки сейчас вмажу ему по полной программе. Попытаюсь прижучить его. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, не убьем, но, тем не менее, 153 хп мы ему всего лишь оставили. Сейчас он нас размажет здесь, понятное дело. Но потратится тоже не кисло. Сколько ему? 3 атаки надо будет потратить. А он тратит 4. 2 в запасе, да? 2 в запасе, значит, мы с тобой делаем следующим образом. 2 в запасе. 1, 2, 3. И защита. Иди, хидрень фени. Так, выходит гафиозавр со своими 54 атаками. Не-не-не, парень, даже не думай об этом. Даже ты об этом и не думай лучше. Так, сделаем одну атаку. Блин, промашка твою налево. Промашку я здесь дал. Ну что ты там кричишь, воешь? Ну вот тебе и крышка, парень. Докумекался, доорался. На. Давай ко мне этого лептоклейда. Ну все, тут уже. Тут уже ему ничего не поможет. 150, если он пробьет. Ну 150, это, конечно, так, образно говоря. Так 200 где-то, да? А тут вообще 30-очка вылетела. Ну все, добивка. И первая ПВП-битва у нас выиграна. Бананогномиус, ты красавчик. Здесь у тебя все получилось очень даже хорошо. Даже я сам не ожидал, что так замечательно. Ну все, 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 все. Хорош, тут уже начинает выпендриваться перед кем-то. Так, ну что, крутанем? Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь легендочку, а? Дайте пак легендарный. Нет, не дадите. 40 очков доверия. Спасибо, конечно, но хотелось бы что-нибудь посерьезнее. Ну и еще разочек крутанем. Как же упускать такую возможность? Я не имею права. О, спасибо, 20 бакинских. Так, друзья мои, продолжаем с вами поединки. Берем Зуходуса, Ромалиозавра возьмем и Тилозавра.
Блин, тилозавра мне очень нравится. Такая, да, гигантская. Я бы сказал, знаешь, типа касатки, да. Если вот перевести на наше время, он выглядит как касатка. Ух, гелосмозавр. Тут, конечно, сейчас меня, скорее всего, нахлобучат. Кто у нас против этого идет? Вот такая вот машина вышла. Я сомневаюсь, что он сейчас полезет в бой. Хотя он может, наверное, на этого поменяться. Да, он меняется и атакует, да? Он не стал атаковать. Давай вот так вот сделаем. Ну, меняться будешь ведь, так? Дунклястей. Он, ребята, все слил. Блин, какой-то, а? Ну что, две атаки ему прописывать, что ли? Ну да. А по-другому его не ушатать. Так, и выходит вот этот вот гелосмозавр. Сколько у тебя получается там? Три. Если он все потратит, он сможет меня завалить? Есть такой шанс, ребята, у него завалить нас. Да. Ай-яй-яй-яй, Зоходус. Наверное, нам надо тебя выводить сюда. Я не знаю, конечно, как тут все это получится. Не знаю, ребят, фигня какая-то получается. Сколько я ему нанесу? 600? А, ну так, в принципе, ладно. Сколько ты будешь тратить? Давай три атаки трать. Две! У него все расчет полный, ребята. Полный расчет. Раз, два, три. И защиту. Ну что же, кто это у нас? Плеозавр. 305 к атаке. 5 очков действий. Давай, хоть бы он все сливал, а? Ну давай ты. Так и делать, ребят. Но мы должны, по-моему, выжить, да? Нет. Мы не выжили, к сожалению. Я думал, что все-таки получится. Ну, а что я мог сделать? Ничегошеньки. Естественно, как у него появляются гибриды. Все, ребят, у меня сразу мои динозаврики без настроения погибают. Ну что, давай схватка чемпионов. Хе-хе. Слушай, ну можно было бы здесь, конечно, вот сейчас разрулить. Давай попробуем, а? Чуточку поиграть. Я просто давно хотел рубануться в эту схватку чемпионов. Тем более у нас тут есть и птеродактили, да? И раджастеги. Да, давай-ка рискнем. Так, возьмем для начала с тобой. Слабенький, слишком слабенький. Возьмем многозавра. Эйню Морфодона возьму я здесь, пожалуй-ка. И Раджастегу. Поехали, сейчас посмотрим, что у нас тут из этого получится. Ага. Ну что, я предлагаю бомбануть сразу же. Он сейчас, наверное, будет меняться, скорее всего. Он не стал ничего меняться, да? Проверочка на прочность. Замечательно. Что же сделать-то? Раз, два, три. Раз, раз. Допустим. А
Хорошо, ударил, кусанул, неплохо. Так, раз, два, раз, два, раз. Иди к чертовой бабушке. Так, ну что, выходит тиранозавр. 306 к атаке у него. Хорошо бомбит, кстати. Хорошо, ребят. Так, иди, Морфодон. Выходи. Он же все слил? Да, все слил, что у него было. Ага. Этого достаточно будет. Поехали. Заклюем паршивца. Ну и выходит последний тиранозавр. 612 к атаке у него. То есть ему нужно прописать мне как минимум 2 атаки. А он тратит 3. Ну и соответственно, ну, дегазавр его ушатывает сейчас. Погнали. Пока. Ну что, первый поединок очень даже неплохо прошел. Давай переходить на второй. Смотрим. Так, тиранозавр, тиранозавр, тиранозавр. Тут моды, да? Ну что, я возьму, наверное, вот так. Вот так. Таникалагруса. Нет, все-таки вот так. Ну что, давай посмотрим, что у нас из этого выйдет все. Берем бонус сразу же. Ха, мой ход. А если так? Замечательно. О, подписался ты, парнишка, под смертный приговор. Вот что я тебе скажу. Так, 2 атаки достаточно же, да? Конечно, за глаза и за уши. Прописываем. Птеродактиль — это, конечно, вещь. Так, выходит следующий тиранозаврик. Мод 2. С 3 атаками. Значит, одну очку действия он себе оставил, да? Раз, два, три. Раз, два. Уничтожаем. Ну и давайте последнего мне, пожалуйста. К столу. Вот он вышел. 4 атаки. Ну, убил, убил, да, убил, не спорю. Но, ну, догазавр. Погнали в ответку. На тебе. Отлично. Ну и двигаемся на последний поединок. До последнего я еще не добирался. Я даже не знаю, кто тут будет. Да ладно, серьезно, что ли? Вот это вот. Фе. А че я радуюсь-то? Так, сколько ты стоишь у нас? О, 79, конечно, забираем. Тогда получается раз, два. Это Николай Грюса, что ли, взять? А ты? Давай вот так вот. Поехали, друзья, будем сейчас смотреть. Так, первым у нас выходит просто тиранозавр, да? Ну давай я ударю его. Ударю разочек. Довольно неплохой разочек, да, получился. Будет атаковать все, да, наверное, все сливать. Нет, не все, ребята. Давай так сделаем, раз, два. Да-да-да, пока. Порежу в другом месте. А тебе придется, родной, сливать 2 атаки твои. И Диплодатор, ох, повеселится над тобой.
Да-да-да, деплотатор над тобой повеселится сейчас. Ну что, две атаки. Раз-два. И защиту. Дорался? Крикун. Ну что, тиранозавр мод 2, 1848 здоровья. Ну, в принципе, ему и крышка. Он сам раскрылся. Сам подписался. Так что пока. Ну что, ребята, мы можем смело заявлять, что это событие можно проходить. Но при условии, что все редкие мои динозавры открыты. Так, чемпионы, набор. Динотерий, какой ты чемпион, а? И 65 очков доверий. Так, забираем. Здесь тоже забираем. Да ёк-макарёк. Раз, два. Три. Нет, кранозавра нужно прокачать до 30 уровня, ребята, обязательно. А то он как-то здесь 20-ка, здесь 11-ка, ни туда, ни сюда. Гауфианозавр. Ой, опять этот гибрид там, что ли? Ну да, да, опять гибрид, друзья. Опять этот гибрид у него находится, а? На. Что-то мне подсказывает, он сейчас будет меняться. Да, он поменялся. Сколько у него? 504 хп. Ты серьезно? Опасно, друзья. Очень опасно. Ну давай бей тогда по полной программе. Раз такой смелый. И он делает, он бьет. Ну что, мы его ушатываем же, так? Должны, по идее. Да? Ему крышка. Ну а так как у этих рачковых у нас, как ты видишь, преимущество, да? Соответственно, артакон гигантский их будет сейчас всех просто топтать. Просто топтать их всех будет. Так, он одну очку действия оставил себе, поэтому раз, два, три. И бонус. Да как так-то? Ну, я думаю, что не хватит ему пробить. Или же хватит. Все сливает. Сейчас посмотрим. Хватило. Ну, тогда нам тоже хватит. У нас 5 очков действий, 366 к атаке. Прописываем, естественно, все. Ну вот и довыпендривался. Сухопарник, да? Все, ребята. Ну все, все, все. Ну хорош, хорош, хорош. Да поняли мы уже. Так долго тут выпендривается. Да, друзья мои, забираем... А, крутим же. Прислюбителя. Так, на рулетке игра вылетела. Ну, как ты видишь, 9900 у нас здоровье. Ой, здоровье, еды. Так, и забираем с тобой наш ежедневный пак. Открыть. Хавчик, ДНК, бакинский хавчик. Ну вот, в принципе, и все. И 95 очков доверий. Все, ребята, на сегодня, наверное, будем закругляться. Так, вывести мы можем кого-нибудь? Что интересно у нас появилось? Да нет, в принципе, ничего интересного не появилось. А жаль. Хотелось бы, да, что-нибудь? А сколько у нас, кстати, Тиастега стоит? По-моему, там прилично, да? Сейчас, если... Она рептилия, да, амфибия?
3300 не хватит у меня, чтобы ее вывести. Ладно. Будем готовить к раджастеге. А чтобы раджастегу сделать, что нам нужно? Так, их тестега. Надо ее найти сейчас и посмотреть. Так, их тестега. Подожди, их тестега и... С кем он скрещивается? С раджазавром, да? Подожди, каким раджазавром? Раджастег... Подожди секундочку. Ну да, с раджазавром получается. Вот где он тут у нас, а? Скажи-ка мне на милость. Это не то. Вот, раджазавр. Перейти. Но его тоже нужно прокачивать. Что их тестегу, что раджазавра. Слава богу, у нас с тобой есть. Так, это будет 20. 20. Как раз нужно. Как раз нужно нам с тобой. Да чтоб тебе. Ну и куда ты делся, тиран-титан? Раджазавр. То есть еще дофигища нужно. Ладно, пускай пока выводится. Все, мы это с тобой сделаем, все успеем. Будет у нас раджастега. Крутыш. Ну что, ребята, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!